Так что мы в два танка дойдем? Пойдем, МС. Да, должен. Давайте, Рослов. Давайте поймем Чендлеру или Джейлису. Я так ее поднимаю, Джейлиса поднимаю. Джейлис ПД хиль. Танки прожмитесь. А, я пою на ХП. Что-то не получилось. Ладно, не спартануло. Хватит метки ставь. Даю звездочку, бей. Бейте точечно. Потом кружок. Стоять на месте. Куда побежали, блядь? Ушли назад быстро. 20 человек лежит. Вы куда пошли? Бесус. Куда не смотришь, блин, потолкаш. Все быстрее, все крестки. Юман. Маги, дай ничего не пить. Все, вперед начинаем там. Первую звезду убейте. Ну ладно, вот эту звезду. Шажатор на двух, Кенника на Келли. Отбиваем ману, чек на пул. Пейте уже, пока чек идет. Все готовы на позицию пошли. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Никакой ДК не бежит к Келесету. Никакой фурик с шлемом. Никакой бомбы маг не вешает. Черные едины. Сверки не надо бить, надо бить кинетики, это желтые сверки, они падают с потолка. Так, всекаем. А, забыл сказать, катушка Анрол. И прольется кровь. Нет, ну, понятно, конечно, а разбежались, выход. Слышно меня вообще, да? Да. Чего вы такие грустные? Будет пощады. Пижон что-то собираю. О! Кинетик. Это мечта Рэла, когда рейд молчит, понимаешь? Мечта? Не, ну вы говорить-то можете. Ну,
не всякую хуйню так. Слушай, вот целка 25 герц тоже быстро проносите вот так вот, без лишних тормозов и всяких. Ну вот вчера за 2 часа рейд был, только там стали вайпы с вообще получилось. Нет, ну как, а знаешь, прикольно. Я просто в основном играю за алых, как бы такой там РТ, у меня вторник, четверг. Вот. И там все как-то долго, блядь. Все как-то долго проносят. Там, не знаю, курят по 2 часа все дела. Вот это делать, я зашел, пошел, убил, все нормально. Ну, я говорю людям, кто курит, типа, курите, ну, компа, чтобы они не задерживать рейд. Я не знаю, кто-то послушал совет, кто-то нет. Я сам вот для компа курю. Ну, чисто. Сначала такое, у нас все спортсмены, да? Да я шучу. Меня потом арендодатели вообще выселят нахрен, если вы так курите. Скажи, я рейд задерживаю. Они-то поймут, да? Взаимно. Скажи, воет ругается. На это очень. Веду к арендодателю. Они такие, ну если воет ругается, да, тогда ладно. Потому что я их арендодатель, понял? Это как сутенер сутенера, блядь. Да. Ну Холли Приз бьет кинетику. Ну что это такое? Промах, блядь. Вы видели? С жезлом. Вообще. Выхарь разбежали. Могучий выхарь. Нормально. Нету катушки, все отлично. На самом деле жопа, блядь. А мне часы-то хоть есть? Сука, даже часов нет. Бомб, блядь, босса. Там да, падает охуенная катушка. Давайте лейтенанта убили. Да зал, блядь, зал силы. Ну там бесовая типа на посланника. Я сегодня дейлики сделал, у меня 25 будет знаков искателя славы или как там, печати под города, короче. Ну, на варе. Я в серебряном не взял сделать. Смотрите, я контролю. Никто, не трогайте ничего. Я контролю звездочку, дубетитка, контролишь кружок. И бьем рослого, когда он спустится. На счет 3 дубетитка, 1, 2, 3. Контроль, блядь. Ну, сука. Смотри, осторожно, там ёба на то. Блядь. Рослого бьем. Не умирайте, бьем точечно. Одну метку. Рослого, точнее. А потом звездочку. После рослого. Ключ к выживанию это бить одну метку. Теперь звезду весь рейд выбрал. Потом там еще нет. После звезды кружок. Сейчас звезду все. Милики убежат. Бьем звезду. Милики, милики. Звезду сильнее. Теперь кружок выбрать. Все кружок выбрали. Особое внимание звезде. Стан, дизарм. Валера знает, как делать квест, значит, на лане. Бегут только он и Макгрегор. Макгрегор в танке встретился уже. Вот, он словит зеркало, отойдет, подойдет Энника. Не надо нажимать до того, как танки добежали до босса, никакие кнопочки. Если вы будете это делать, ну, будет плохо очень. То есть я, ну, объясняю, дамажить, скажу, когда вам начать. Словит укус любое тело, не надо никаких напулов на друг друга.
Да в смысле? В смысле недоступно? Где ты стоишь? Сука, не могу. Не повезло. Значит, смотрите. Здесь очень важно никого не ронять. Очень важно. Кто получит укус? Алло, алло. Осторожно, там выключит РК. Да, да. Это. Кто получит укус, укусит уничтожатора. Дал на него звезду. Давайте. Чек на пул, опейте ману. На пул ману, у меня уже пул. Чек на пул. Макгрегор в центр, звезда в центр. Остальные там, где стоите, стойте, блядь. Не дрочитесь. Леон здесь, Леон. Дайте их клубов поварам, пожалуйста. Макгрегор, ты где? Макгрегор, по телефону пиздец. А, это он пиздец. Тихо, не шевелитесь никто. Макгрегор, танки, беги в центр. 6 ЛПшек, чтобы отдал. Значит, фант на пул на Макгрегор. Макгрегор, беги в центр. Так, так, подожди, подождите, я тут, когда идти, что, почему? Зашел? Иди со звездой, встань в центр, остальные никто не понимает. Идите, звезда и Макгрегор, идите. Это было неразумное решение. Так, словил, отходи, Эника, подходи, бьем. Все отлично. Особое внимание Энике. Офф-танк получает в два раза больше дамага, чем мейн-танк. Значит, Гидеро. Ты понимаешь, да? Укусить надо звезду. Зая. Страдайте же! Орехи вешай на Энику. Итак. Совместно. Так, кто там? Гидрон. Гидрон. Сколько у него там? Если не укусит, скажет. Я передал. Он. Да. Все, трех людей тебе надо упустить. Возможно, надо будет стопнуть. Я скажу, если надо будет. Убейте его. Убейте ромбик. Быстро. Убили его быстрее. Заслакало, блин. Лошара. Это девочка Лера. Хорошо, что не в первый раз. Пока не могу.
Этот гин, да. Даю на ману гин. Надеюсь, помог. Сколько укусов тебе? Два передал еще, 40 секунд и треть. Можете, в принципе, не стопать, успеем. 30 секунд осталось. Начинаем представление. Последний перед. Да, все, можно было. Ну, ударить не забыл. Убивайте босса. Синдру быстренько. Сделалось, да? Да. Церия в гильдии? Что? Церия в гильдии? Нет. Вообще-то да, её принял. Как нет? Ее принял кто? Я, точнее. Ренька красава. Кто исключил сейчас? Кордоба. Кордоба зашел, начал кикать. Короче, Олег набирает людей в гильдию, а Варенька кикает. Потом Варенька набирает, а Олег кикает. Ну, такой замкнутый круг. Бегите быстрее к трешку. У нас осталось... сколько? 42 минуты. Быстрее, быстрее, быстрее. Три босса. У нас осталось только двое. Быть, не быть. Пойти. Какой гульб? ХЗ, кто такой гульб? Вот и заметку почитай. Он пишет, блядь, 25 км бульбулятор. Я не знаю, кому, чью заметку читать надо? Ну, гильдия. Так. Бульбулятор. Кто это интересно? Ну, это, блядь, из этой, из Лустимов. Этот ГМ бывший. А, понятно. Может, он соберется целкан, я думаю, что поэтому... Наверное, танки надо начать, да? Да, Макгрегор, ты здесь? I'm here. Ты хиро? Нет. Микки, вышли с вертушек. С их помощью мы пробьемся через зал. Вышел кувырзи. Не надо падать лишний раз. Вот. Смотрите осторожно. Не 10 хилов здесь, чтобы вы не бились. Мы во льде стояли под метанами всякими. Как сказали в одном прекрасном фильме «Затерянный мир». Я, говорит, я хоть и доктор, но, к сожалению, не ортопед. Кто смотрел «Затерянный мир»? Все вот эту дуру бьем со звездой. Все в нее переключились, бились. Весь рейд. Не кастуй глыбу в эту дуру. Видишь, там со льдом стоит одна днешенька. Мне же не надо больше. Вот, а теперь вторую. Вышли с синего круга. Идем круг. Вот смотрите, они переместились. Великие вышли со льда. Ледяного дерьма. Так, надо теперь бить звезду.
Давайте милики все в звезду. А почему тот трэш сагдов? Зачем вы жмете на него? Дали войско. Дали войско, хилы, напрягаемся. 5. Не надо. Не надо бить массухой сейчас. Поставил метку для. Продолжайте сражаться, братья. Ты на союзника метку поставил. Не знаю. Сальда, выходите мне. Да никого, ни ту кучку не ударить, ни ту кучку не ударить, и это стоит ледяная еще херня. Так не надо заходить, чтобы вы умирали и ДПС не было. Подождать надо. Надо танков хилить. Всем привет, какой рейд стоит? Здорово, привет. Ой. Чё? Я не смогу по портам бегать. А кто ты? Шаман. Что тут мне помогает? Кто-то другой пусть бегает. Ты не умеешь или что? У меня мышки, провод, коннект, шо. Так, ну, нажмешь макрос, напиши следовать за мной. Можешь? Нет. Бля, что ты вообще можешь? Ну мышку возьми у соседа. Ты не дашь мне не могу бы одолжить свою мышку. Чё, в ДЦ? Ваньку захилить? Соло что ли? Там у Ваньки есть, нету хила? Ваньки есть вроде. Ванька, у тебя полипал остался? Подбежались? Пейте ману, пока можно. Быстрее, бусты все отдаем, наваль, вес эти, прикел. 4. Веника. Потом хила, Макгрегор, там. Я уже там. Впереди. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы серебряного. Жалкие невежи. Да вы... Я отвлеку её на себя, верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плеть! Сильно бьём её, сильно эту дуру бьём. Кто из нас может называться чемпионом? Копье забрали быстрее. Может быть, ты прав. Не бегите туда пока. Стой, вот стой. Убили этих дураков. ДЦ есть? Да. ДЦ будешь вальки хилить. Не знаю, получится у тебя? Должно, да? Пусть лучше дерево похилит, там пизжи дерево. Ну давай, значит. Джелис, вальку можешь похилить ДЦ? Я буду вечно хилить ДЦ. Да я похилю в ДЦ вальку, если типа она будет ДЦ здесь. Да, ДЦ будет. Короче... А, нет, блядь, я же тоже на вальку пойду.
Короче. Эти ману. На Вальке я, Эника, Бревно. И кто еще? И буду Типка. Смотрим, что мы можем. Грегор и Уничтожатор там. На рейде Джелис и Ершам. Позор, блядь, сука. Чех на пол. Придется мышкой класть. В центре будем встречаться в порталах и лететь за звездой. Начинаем. Начали. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Не падаем. Нельзя срывать. Нельзя падать. Держим рейн. Агро, ДК, армитель, кто поддерживает. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Стало разобрали. Там вы найдете спасение, герой. Звезду, звезду собрались. Собрали. И полетели. Там вы найдете спасение, герой. Это заклинание. Центр света. Центр звезде и к морду. Вперед. И так же. Я пока не могу прочитать это заклинание. Забрали портал. Там вы найдете спасение, герой. Сзади же. Морди также. Я пока не могу прочитать это заклинание. Морди, морди летит. Давай, активируй. Еще не готов. Все, наверное, верно. Давай, Дима. Жри. Жри. Дал дух. Даю. Дим на хп все. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Мелкий субъект. Я пока не могу прочитать это заклинание. Надо подождать. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Я пока не могу прочитать это заклинание. Я излечилась! Изера! Даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями! И вниз сразу напряжь.
Макгрегор, остаешься в танке. Тимбру танчишь. Как понял. Да. Так, Айоши, ты говорил, что зайдешь, да, на Хулипал? Куда? Вместо кота, да? Ну да, и на Личата, на Эрпалом. На Личата котом, на Эрпалом? Там мне не нужен Лич. А, ну ладно. Ну давай. Так что, мне портоваться? Ну если хочешь, да. Или после Твича. После ивента зайдешь. Спускайтесь вниз быстрее, кто там не спустился, ну что-то ФК, ну-ка. Вниз спуститесь, чтобы запустился ивент быстрее. Джелис, через ПД, бегите. Ты тут, через ПД? Надо уходить у ФК, пока вы не спустились, ребята. Здесь нужно, чтобы ивент запустился, чтобы дальше все шло. Куда лежит, нам лагает. Ну, плюсы, ну, кто лагает? О, ну, у меня он за ней бежит, например. Ну, пусть пока вы не... Может, мышку там подключает. Вон, кинем упать. Да кивин заново начнется. Ивин заново начнется, нет? Ивент начнется заново, если пать ему кинешь, нет? Да, взял. Видите, воины служителей не дал. Мечей, они откидывают, надоели. Вот. Я покурил и бил, пока две минуты. Вот это жрец ПД. Банк или что?
уходим. Тут, ну, еще там драконы сейчас прилетят. Резайте. Резайте все. Хватит даже отсидки, это просто. Изи. Да ну, это... Пижон. Давай по мутанту, блядь, нашел бы пару слов. Криптованная тенька. В смысле, там какой-то чувак кинул сотку, а почему выиграл я? Потому что это... скрипт у тебя, а у него нет скрипта. А, точно. 99, а я типа первую сотку кинул. Две сотки и 99, что на ипуке. Давайте, ниже танки, вперед. Сильно все и не бьем. Сейчас я зайду в эти сами. Так, жрец ПД как подойдешь, скажешь. Я тут. Так, значит, этого добьете. И бейте криптохруста, ведите его наверх, тотемы убирайте. Минутку отойду, надеюсь, вы не успеете убить его. Может быть, рейд там захилю. Погибни! Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Снежники поставили, пожалуйста.
Давай дождем, не пугайте, его нет. Давайте по приколу без Войта убьем, а только приходит. Давай нет. Animal just gay. А чё мы ждём кого? А, у нас одного нету. Ой, да. Пришлось тут та самая Катя, ёшь? Ой, блядь. Сколько хилов сейчас будет? Сука, да закрыть окно, как его закрыть? Блядь. Как закрыть окно теперь? Блять, выковырни, да, вот закрыть. Спичер! Усыни еще раз. Переместить нажал вот это приватное сообщение, блядь. Эту хуйню открыла, мне не нужно. А, правой кнопкой кликни там. Ну. Все, короче, 5 хилов. Значит, на второй фазе все метки под босса будут. Скажу, когда рос, когда что. Так. Чек на путь. Сейчас, подожди, кресты за бафы. Бафы и кресты. Слышишь? Ой. Ну, я предлагаю, что Макгрегор тогда пусть МТ будет, а я оф танк. Ну, я типа побегаю там, когда нужно ловлю и на второй фазе там по танчику. О, Эйника. Эйника протокал у нас. Не парься. Значит, смотри, Морден и Звезда делают квест. И их хилим. Так, где Морден? Пусть Эйника спекнется и похилит, типа их нет. Да, Йоши есть, куда еще шестой холипал?
все приняли, значит, ход и рейд, скажу, когда начнем. Забафайте лав, забафайте. Пускаем. Арден, делай как звезда. Сильно бьет. Смотрите, может быть две звездки будут, не знаю, пока по дамагу. Позже стоит. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Припищите, смертные, ибо ваша щелка. Будут метки, их разбить до половины. Все метки. Внимательно. До половины подбить. Прячемся. По центру падает, спрятаться. До половины и стопнет. Не вижу РДД, по крайней мере, дома. Там же по центру. Спрятаемся. По ближним стопам. Дайте 300 баф. Далеко след. Дал 300 баф, близко блоковских порталов спрятаться. ДД метки, потом босса. Сначала метки сильные. Все метки сильнее. Припищите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Сколько у вас сейчас? Я вижу три. Вижу три, все, хорошо. На следующей фазе следующий. Главное не умереть. Внимание, метки также сейчас до половины. Центру падает, спрятан. Метки до половины, стоп. На ком там сколько статус сейчас? Нет, центра. Смотри на них. Слева падает. Стоп по метку. Переднюю вот по центру от локовских порталов подбей. Ну, подбей. Слева близко. Давайте Геру, кстати. Давайте Геру, шаман. Давай, Геру. Последнее дыхание ловите, плюс ДД переводим. Крик на ХП обновить. Дайте на ХП вар. Все, вы на стак или? Да должно быть, не уже. Беги, малышка, беги! Все, внимание, милики не бьют босса сейчас, ушли уже в кружок, ушли. Сейчас метка вперед, сразу разобьем. Эйника под боссом, милики ушли, от метки ушли, от черепа ушли, сразу разбиваем.
разбили сильно, разбили сильнее, очень быстро. Следующая метка также, милик пришли, смотрим на ком метка, и не бить эту метку. Вот я под босса, все ушли из-под босса. Спрятались за глыбой, глыбу до половины, чуть-чуть дотайте, 400 тысяч. Чуть-чуть дотайте, под конец каста разобьете, ну, не в конце каста, а после каста. Вот кастануло, разбивайте глыбу, разбили, пижон под босса. Милики ушли, не морозьтесь с пижоном. Эту сразу сейчас разбивай. Разбили. Следующую также и разобьем. Также разобьем. Через ПД под босса и разобьем. Велики ушли. Не крути фурик там ничего. Не подходи так близко. Разбили. Это хил, разбили быстрее. Желез под босса. Сразу разобьем. Велики ушли. Осторожно хвостом откинет в рейд прям. Разбили. Следующая под босса и до половины будет притяжка. Внимание. УВ под босса, мелики ушли. Будет притяжка. До половины глыб осторожно. Хотя не разбивайте, отдашь панцирь. Разбивайтесь. Ну, сейчас после как притяжка будет. Вот, разбивайте. Угу. Под босса и разобьем. Мелики ушли, под босса и разобьем. Ушел панцирь. Разбили сразу. Разбили сразу. Следующую также и разбиваем. Доксом под босса и разбиваем. Милики ушли. Тупой. Все две разбиваем сильно. Все в глыбы играем. Не играй босса ШП, играй глыбы. Нам сейчас надо глыбы разбить. Давай в сторону, пока не заказал. Не морозь там, кто с ним бежит. Блять, да. Ты дурак что ли? Почему ты так далеко бежишь? Ты еще к выходу из целка прибил. Следующая под босса. Разбили метку. Метка КВ под босса, милики ушли. Будет притяжка. Внимание. Демон отойди. Вот. Все, после этой зербить будем. Не бейте глыбу, не бейте ее сейчас. Будет притяжка. Беги, малышка, беги! Разбили метку, метку в сторону, добиваем босса. Маг в сторону, маг в сторону. Не бегите с синей меткой, не беги далеко так. Вот, молодец. Тут дай босса. Сейчас метку разбейте. Разбейте две метки. Как заебал этот клык. Разбейте две метки и пошли на лича. Сделали. Вы сделали два квеста, да? Морден ГЦ. Морден, ну наконец-то. И Валера, ты сделал? Да конечно сделал, чё бы не сделал. С Войдом, да не сделать квестов, это вообще нереально. Арова, почему если в обычке сносите все глыбы под босса? У нас же, в принципе, все бы успели, мне кажется. Вот так стаки скинуть, чтобы там одна под босса, одна сторона, одна под босса, одна под сторону. Лучше по чуть-чуть, но долго, чем много, но один раз. Ну, тоже верно. Тренировка Герия. Застрахуй, братуху. Застрахуй. Мама родная, особенно нам надо. Немерено бабок и еще столько же добавок. Мы против войны, мы за диалог. Но если ты лох, сиди ровно и не раздевай рот. Ну вот так примерно. Там, я ты... Давай, заходи. Че сказал я? Что если ты войд? Опасно, опасно. Так. Бегите быстрее к личу. То я спеху из ДД, наверное, да? Да. Бля, я не знаю, в шипы или не в шипы. Ладно, в шипы. Дамаги мало. Так, Чендлер, живи с ПД, вы возите. Не знаю даже. Ну, пожелаю вам удачи. Удачи.
Эника. Эника, сестра. Сейчас я тебе покажу, где надо стоять, протопал. Эника, иди в звезду. Вот сюда встань. Вот, красава, вот тут танчишь трэш. Рейд, рейд. Встаньте вот сюда. Все РДД, все встали сюда. Кто там? Даксон, иди сюда. Кто там еще? Все пришли сюда, РДД. Чек на... Валик бьют все. Не дай бог не будете бить валик. Увижу какого-то милика, 100 гп прилетит. Вот. По осквернению там скажу. Чему дисплей джейли. Начинаем. Сейчас запущу. Блять. Все запустил. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную... Дайте приставку. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Как бы кто-то говорил мне шмот на шипешный меня. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать твои отчаянные крики. Так, что у нас по шипе? Ой, мало, блядь. Сферы, ханты, шипе. Совы тоже, локи тоже и маги тоже. Не дай бог сфера какая долетит для рейда. 7 РДД. Только не знаю, что сделаю. Распущу рейд сразу. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего... РДД ловушка, пробежали. Чё, никто не повелся. Чуна 3 секунды приготовил. Секунда, смотрим. Внимание, уворзи. Бегом, 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 где ты? Вот, здесь, диспорт. На край все. Я проморожу вас насквозь, и вы разлетитесь на ледяные осколки. Из-под лица дух ушел. Бурдалаков дух. Бьем духа. Станцию наберите. Смотрите, как мир рушится вокруг. Сверху. Звездочку. Все звезду. Ровно в одну точку ставим. Валим звездочку. Валик раз... Стан дай. Вы
пришли из подвала. Леон вышел. Давайте, Гер. Внимание, сейчас сделаем то же самое. Ставим звездочку. Когда первая валька спустится, все бегут. Первая, вторая направо, третья, четвертая, пятая налево. Ну, как хотите. Имею в виду только со спины. Так, встали. Внимание. Так, спустится, побежали. Право-лево побежали, 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 быстро, быстро. С ним не бегите, не бегите. Вот, отошли от него. Валят, блядь. Все, все валят, все валят. Все три валят. Все, меча. Берегу. Сильный меча. 3% сильного меча. Осквернение, вышли милики, вышли милики, вышли милики, отошли от меча. К локонским порталам не идите, кувей отошел. Молодец. Переводим, перевели, все на край, быстрее. Кто там? Череп, беги к нам, кувей, панцирь отошел. Отлично, дух убил. Кстати, если на меня дух переагрится, я же подшиваю, выдержу? Да. На край, двух на краю. Сильно дух. Лично краю. Смотрите, лука все. Лича ждет. Сейчас кого-то будет забирать. Вы приготовьтесь, вам помогу. Знаешь как, если не знаешь, плюс влей, что-то там. Пасовый. На ту сторону пошли все, пошли за лечом. Перед лечом уже ДД ушли. Лужа, Леон, блин, вот. Перед лечом уже ушли, люди спускают. Трон портал играем. Идем портал. Уже на портал все РДД все ушли. Милики разбежались, лужа. Лужа под лечо. Внимание, разбежались. Доксон. Все, пошли в портал. Два часа пять минут.